мистер Контик в большой куртке. И изготовитель город Курск, Минск, что-то там еще бла-бла-бла. Очень хороший завтрак. Получается из кофейка и вот такого суперконтика. Суперконтик у нас очень калорийный, поскольку в нем содержатся мои любимые эмульгаторы, подсластители. В общем, вся таблица Менделеева, то, что нам надо. Е-471, Е-160, Е-100. Вкусняшка. Самый хороший и полезный завтрак на сегодняшний день. Так, все-таки надо разобраться, какая калорийность его. Так, какао-порошок тут есть. Калорийность его 490 килокалорий. Еле нашел. Ну и кофе 300 миллилитров с сахарозаменителем для диабетиков. Вот такой вот завтрак. Обед вообще на работе тот же самый, кофе с заменителем и двойная порция вот такой вкусняшки. Чего у нас тут? Все натуральное. В одном пакете у нас получается 130 килокалорий, ну 260 килокалорий. Вот в такой вот кашке. Кашка с клубничкой. Объедение. Двойная порция. Обед. Работа. Потом, чтобы все это сжечь, придется идти пешком до метро и пешком от метро домой. Суперконтик у нас 483,33 килокалории. Далее можно скачать мобильное приложение. И при помощи этого мобильного приложения ввести подсчет калорий в сутках. Очень удобно будет. Ну и подытожим сегодняшний вечер первого дня драниками со сметанкой. Здесь 254 грамма это драники и 25 грамм сметаны. Вот подошел первый день к концу. Что хотелось бы отметить? Здесь будет активность за целый день. Ну и как бы по калорийности можно будет посчитать в конце дня. Ну то есть сейчас в конце дня. Вот. На улице у нас сейчас минус 15, 22.07. Все, всем пока. Ждем завтрашний день. Thank you.